А Юля как относится к изменам? Допускается такая ситуация. Мы вдруг... Я вижу женщин, с которыми... Мы в другой парадигме живем. В нашей жизни не существует такого понятия, как измена. Это из вашего мира. Из, блядь, мира, там, где вы браки заключаете. Это что это такое измена? Это значит, что это значит, ты тебя просто заебала твоя женщина, и ты идешь типа на стороне, скрываешь от нее, блядь. А зачем ты тогда живешь с ней, если и общаешься, если ты изменена? И как бы что это? Вы же видите, что у нас с Юлей мы вместе все время. Нахуя мне что-то там скрывать от нее, бежать куда-то дрочить? Это все вопросы сексуального характера, да? То есть у тебя пиписька горит или не горит? У меня она не горит уже, я как бы ее все перегорело уже. Поэтому нет, ну, она вот здесь горит пиписька обычно. Вот это. Ну, может быть, возраст у меня. Ну. Ты бежишь трахаться, когда у тебя нету. Я даже измены не назову. Бежишь трахаться с кем-то еще. Ты называешь это изменой. Я называю это просто сексом с кем-то другим. А. Может, будем за эту попырку? Да, заканчивать. Да, хуй, она быстро все выучим. Вот. Это просто тебя еще как бы. Ты не наигрался в это. Тебе еще вот эти детские фобии остались. Тебе хочется там вот потыкать писькой. Ну, это нормально. Берешь, идешь, тыкаешь. Я уже натыкался, у меня как бы нет такого желания. Как можно больше, быстрее ее везде. Я уже не иду за своими желаниями, я уже их осознаю и как бы их не подцепляюсь к ним, не подсаживаюсь. Тебя и не горело. А что ты оправдываешься? Знаешь, горело. И горит сейчас. Что там изменяет у вас, женщины? Вы научитесь друг другу доверять, кайфовать друг от друга. У вас вообще этого не будет никакого такого понятия изменять. Там. Что хочет, то и делает. Это ее право мечтать о ком-то там, переписываться с кем-то. Причем здесь измена? Она что, вещь моя, что ли, бля? Я что, садомаза, его вещь, блядь, к ноге? Вот это что ли? Что хочет, то и делает. Ее право. Учитесь уважать тех, кто, с кем вы живете. Уважение полностью проявить. Пусть он даже, или она хочет там, не знаю, дичи какой-нибудь вообще. Извращение. Если вы уважаете свою половину, свою женщину, ну, блин, ну с тем, с кем живете, то у вас этого вопроса вообще нет, измены. У вас есть уважение к тому, что к желаниям, к каким-то вещам, которые человеку надо изжить. Потому что все наши желания – это то, что не изжито у нас. Не изжито. Это крючочки, которые обслуживают ваш ум. Вы становитесь рабом вот этих вот процессов ума, в которые входят как раз-таки желание потрахаться, желание там еще чего-то. Это все желашки, хочушки. И вот эти хочушки, они являются прежде всего препятствием к свободе и счастью. Мы про это и разговариваем. Поэтому сколько хуй мне этот вопрос задаете? Естественно, у меня как бы нет проблемы в этом. Если у меня возникает желание, то это значит, понятно, что это, ну, как бы болезнь вылезла, да, и ты болен. Если ты хочешь какую-то женщину, там вдруг захотел, значит, какая-то болезненность. Надо же вашу любовь, там, или с кем вы живете, там, заболел, вы же будете за ним ухаживать. Так же у нас. Может быть, дадите ей лекарства, таблеток попить и так далее, чтобы болезнь прошла. Что надо сделать? Подождать, пока же болезнь пройдет. У нас так и было. И бывает, ну, редко, там, раз в год. Когда есть какие-то поползновения.
Женщина изменяет при мне. Что делать-то? Драчи, ёпта. Пока она трахается с кем-то, ты драчи. Куколди. Куколди. Чем я больше всего горжусь? А если я ничем не горжусь вообще? Ни больше, ни меньше, просто ничем не горжусь. Нет такого предмета, которым бы я гордился. Это значит, надо что-то присвоить себе. Это путь к несчастью, путь к разочарованию, страданиям и болезням. Что-то себе присваивать, думать, что это твое. И сидеть на этом, как, блядь, на сундуках, как Плюшкин. Вопрос, гей ли я, вопрос в том, гей ли ты. Вот, понимаешь, ты говоришь, вы гей. И ты зачем спросил? Потому что свербит в жопе, хочешь увидеть свое отражение. Придется посмотреть там, где ты это увидишь сразу. Понимаешь, если ты во мне не видишь, или видишь гея, да, сомневаешься, значит, ты сомневаешься в том, натурал ли ты.